Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, говоришь, полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи, а значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Может, и потянет не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Чисто. Thank you.
к нам сюда приехали? Я стою! Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Всем отбой, барон сказал.
Больно как! This gate, get!
Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Мунай Байлер, народ Гюль весь кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Маяк, сейчас слышите меня, приём. Маяк, ответьте. Наш человек у вас, приём. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль, долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе, нефтяной сетки. Старик умирал, молодой оставался. Собака нефтяной слушал. Собака поверил. Он бог меня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз, пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я.
принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Thank you.
перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить в Юнь-Вагинаре, может быть, речи. Кажется, я не думаю, что долго играть свои лидеры. Скоро весь бункер завалится. Надеюсь. Okay.
Остальное тоже. Ты, брат Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Мунай Байлер много по пути шел, почти весь. Если Анда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер, по-русски получается, нефтяники, пожалуй. Меня слушал, как идти рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Давай, Артём. Хорошей дороги.